Hello and welcome to Unheard, I'm Florence Reed. The Wagner Group is a shady private army, which, according to some Russian officials, doesn't even exist. Well, for a militia that doesn't exist, it seems to have exerted a lot of influence, particularly in Ukraine, where since the Maidan Revolution, it has been stirring up separatist violence in the Donbass region. Since then, it has spread across the world, from Africa to the Middle East. Marat Gabadulin was a general for the Wagner Group in Syria. He is the only member of the group to ever go on record with his story. Not something for the faint of heart, I imagine. And he's beaming in from Paris to give us the inside scoop on this shadowy militia. Let's start very simply. Who are the Wagner Group and where have they come from? Так, прежде всего, группа Вагнера изначально создавался как инструмент гибридной войны. В 2014 году начался процесс именно создания этой структуры. С течением времени вообще они претерпели несколько ипостасей, метаморфоз, если можно так сказать. И в результате из инструмента гибридной войны, для того, чтобы обеспечивать условия правдоподобного отрицания, эта структура переросла, переродилась в военизированное формирование, которое практически в какой-то степени даже дублирует вооруженные силы. Как на данный момент мы видим это в Украине. So how did you yourself become a member of the Wagner Group? Tell us that story. Да, каждый приходит в ЧВК своим путем. Это был 2015 год. Я находился в состоянии глубокой депрессии. Вот. Не мог найти на себя, для себя точки опоры для того, чтобы заново начать. Жить, наметить для себя цели, ориентиры. Вот, и такой жизненный кризис. Но я, мой хороший знакомый позвонил мне, сказал, что в России появилось вот такое вот военизированное формирование. И если я в него вступлю, то это будет для меня шанс заново начать мою военную карьеру, вернуться, вернее, к ней. Это альтернативный вариант военной карьеры, деятельности. Я ухватился за этот шанс, поехал по указанному адресу в Краснодар, военный полигон недалеко от Краснодара. Прошел все стадии вступления в состав сотрудников этой структуры и был зачислен рядовым бойцом в одно из подразделений этого, будем сейчас условно называть, ЧВК «Вагнер». Тогда у нас даже и не было в ходу такого термина. So I've heard that in the early days of the Wagner Group there were, as you experienced, a lot of hurdles to jump through before you could become a fully blown member. There were tests and interviews, but now it seems that the Russian government have allowed the Wagner Group to go to prisons and recruit criminals. So that includes everything up to rapists and murderers to become members of the group. Do you think that the quality of the fighter that the Wagner Group now has is going to be lessened by that new drive to recruit? У меня создалось впечатление, что ни сам Вагнер Дмитрий Уткин, ни Пригожин не настроены на то, чтобы расходовать своих ветеранов, опытных бойцов на войну в Украине. Они хотят их сохранить, сберечь, потому что это их потенциал. Им нужны эти люди на африканском континенте, в Сирии, потому что там другие условия. И именно там имеет значение опыт, отработанный навык. В Украине требуются несколько иные способности. Там другая война. И вследствие этого, но поскольку боевые действия очень активны и буквально пожирают людские ресурсы, Пригожин использует любую возможность, любые варианты, которые предоставлены ему, для того, чтобы восполнить ряды вот этой группировки, которая работает в Украине. Для того, чтобы напитать ее, эту группировку свежим составом, для того, чтобы продолжать дальше продавливать фронт. So you've got the less experienced soldiers coming to Ukraine. So tell us a bit more about what's actually happening in Ukraine from what you know. You spent your time in the Wagner Group in Syria, so it's a very different situation now in the eastern parts of Ukraine where there have been Wagner groups spotted. Can you tell me more about what's actually happening in Ukraine with the Wagner Group? Украина несколько иное.
Это другой вариант войны. Если и это другой противник. Если на африканском континенте и даже в Сирии мы противостояли и действовали против врага, который, в общем-то, находился на уровне боеспособным, боеспособности и эффективности ниже, чем мы. У нас было полное преимущество перед ними по уровню выучки, подготовки, опыту, ну и подчас и по качеству вооружения. На театре войны в Африке в тех условиях очень большое значение имеет, как я уже говорил, личный навык, уровень личной квалификации. Образно выражаясь, умение стрелять. Умение стрелять, маневрировать группами и умение применять тяжелое вооружение. В Украине здесь уже другие правила войны. Это очень сильный противник. Вооруженный, в общем-то, по уровню 21 века вооруженных сил. В таких войнах самое главное значение приобретают умение эффективно применять современное вооружение и слаженность в работе, слаженность в действиях групп и подразделений. Умение совершать сложные маневры, обходы, вот, умение совершать наступательные действия, применяя сложные перестроения боевых порядков. Там другая война. Okay, so what I really want to know is how does the Wagner Group in Ukraine differ from the Russian army proper? So how do their tactics differ, their methods differ, and are they counted in the losses of the Russian army when we see those numbers being produced by the Russian government? Да я бы не сказал, что они сильно отличаются друг от друга. Та же самая школа, те же самые способы действия. Хотя нет, в общем-то, про способы действия я тут поторопился, конечно. Сейчас все там, я, как мне представляется, направлено на то, чтобы давить на храп. Для того, чтобы, как я уже говорил про это, продавливать фронт, для того, чтобы демонстрировать свою активность. Они просто не жалеют ни усилий, ни людей. Вот. А все остальное, в общем-то, оно, в общем-то, единое. Единая школа, единая система. Они отличаются только вот этой вот манерой давить. Давить, не считаясь с потерями. Я говорю, чем отличаются ЧВК «Вагнер» от российской армии? Именно тем, что ЧВК, вот одна отличительная числа, черта ЧВК «Вагнер» на данный момент. Это только то, что они давят. Они давят, давят, не считаясь с потерями. And do you know if the morale of the fighters in the Wagner group is high? Because what we've seen on the ground from Russian forces, or the official Russian forces, is that there seems to be a lot of retreat, especially in that area around eastern Ukraine, near Kherson most recently, where there seems to be a massive retreat, and morale is very low. Soldiers do not seem to have the will to fight much longer. So do the Wagner group fit into that, or do they have different motivations for fighting in eastern Ukraine? Ну, если мы будем сейчас говорить о ветеранах, тех опытных бойцах, которые действительно имеют такой вот продолжительный боевой опыт, которые вот сейчас находятся в составе этой группировки Вагнера, то, по моему мнению, вследствие того, что это люди с тренированной психикой, они не раз бывали в таких ситуациях, то настрой их и моральный дух, конечно, выше, чем у всех остальных. Но это только лишь результат того, что у них тренированная психика. И к тому же, как я заметил из разговоров с моими бывшими коллегами, а я с ними общаюсь время от времени, и у меня создалось впечатление, что у них сейчас на данный момент прослеживается какое-то отчаяние, но они это отчаяние направляют в сторону агрессии, озлобления, еще большего стремления вперед идти. Ну, а если говорить о тех людях, которые недавно вступили в ряды этой структуры, и в той же, и о тех же зэках, то я думаю, что я абсолютно не уверен в том, что там высок моральный дух, вот этот вот боевой дух. В связи с тем, что, понимаете, вероятнее всего, нетренированная психика, она у них сейчас находится в состоянии нестабильности.
И я не думаю, что там есть основания, какие-то ресурсы для того, чтобы поднять этот военный дух, боевой дух изнутри себя. Private militias, unlike government-sanctioned armies, are known to get away with war crimes, torture and extrajudicial execution. Is that something that you saw when you were in Syria? Or is that something that you think is happening in Ukraine right now? Понимаете, такая вот неприглядная изнанка войны, она состоит в том, что вот такое грубое, жестокое подчасть, отношение к пленным, допросы с применением силы, пытки, вот, и вот какие-то другие отклонения от Женевской конвенции. Увы, это обыденное явление на войне. Причем этим грешат обе стороны конфликта всегда. Это просто вот неприятная изнанка, суть войны. Ну и потом, если говорить о тех же наемниках, то ведь они привыкли существовать в среде, когда, в общем-то, из-за них никто не несет никакой ответственности, их в любой момент могут бросить. И им предоставляется полная свобода действий, которая не ограничена никакой вероятностью понести уголовное наказание за преступление. В данном случае, в этих обстоятельствах, человек предоставлен сам себе, и он определяет меру добра и зла. И вот далеко не каждый в состоянии справиться, вот, не каждый контролирует, поставить себя в определенные рамки. И в боевых условиях это случается. Но здесь я могу сказать, что все будет зависеть от уровня адаптированности психики к данным условиям. Все-таки же я всегда придерживался такого мнения, по своему опыту знаю, что наемник относится к категории людей с тренированной психикой. А вот эти вот военные преступления, такого рода как зверство в Буче, подобные эксцессы, это результат, вот, если можно это так назвать этим словом, деятельности людей с больной психикой, с надорванной психикой. Но это не характерно для наемников. То есть это люди, которые вот только-только вступили в войну. Не окрепшая, не тренированная психика у них не выдержала. So these Wagner soldiers, are they treated the same way that the Russian soldiers are from the general army? If a man dies in Ukraine fighting for Russia, but he's part of the Wagner group, does Putin send his family a letter, his mother, his wife, expressing his condolence? Or is it swept under the carpet because the whole Wagner group is shrouded in so much mystery that it would almost seem strange for him to acknowledge that that has happened? So how does that work? Is it acknowledged by Putin that the Wagner group is fighting for Russia in Ukraine? Безусловно, президент знает о том, что эта группа воюет. Такие решения принимаются на уровне высших эшелонов власти. Как вы думаете, иначе, в общем-то, в рядах вот этой вот, в составе этой группировки вторжения, каких-то других посторонних, не уполномоченных властью, там не может быть никаких других военных формирований. Вот, естественно, о присутствии этих вооруженных формирований известно. И поскольку в последнее время и номинальный владелец ЧВК Вагнер, ну, который позиционирует себя создателем, владельцем, хотя это не так, вот, он развернул такую мощную пиар-компанию вокруг этого понятия ЧВК Вагнер. А большая часть людей в России, население России, они, в общем-то, до недавнего времени и представления-то не имели, что из себя представляют, что это такое ЧВК Вагнер. Большая часть населения страны смотрит только телевизор. Для них интернет это только лишь ТикТок. Все. Ну, или какие-то короткие ролики со всякими смешными ситуациями в Ютубе. Они не углубляются в какие-то серьезные рассуждения, в серьезные публикации. То есть, вот для них это появление ЧВК Вагнер как некое откровение. Это что-то такое, что-то новое. Ну, а поскольку вся эта
Компания сейчас, вот героизация этих наемников происходит на фоне войны в Украине, вот, что меня лично прям коробит и возмущает. Что, значит, и я думаю, у большинства россиян, поскольку они подвержены пропаганде, вот, у них тоже, наверное, возникает такой вот, как бы сказать, такой вот благоприятный образ этого наемника. И у них, в общем-то, формируется какое-то, на мой взгляд, такое дружелюбное отношение к этому явлению, к самому этому феномену. But can we use the fact that the Wagner Group is separate from the Russian army to create a kind of off-ramp for escalation for Putin? What I want to know here is there a way in which the Wagner Group might actually help us come to a more peaceful conclusion in Ukraine? Because the worry that everybody, including me, has is that, of course, Western involvement in Ukraine might be escalating the potential for a nuclear conflict. And if there is fighting happening in eastern Ukraine that includes soldiers from the Wagner Group rather than the Russian forces proper, and those are not officially recognized by the government because they can't legally recognize them, then that might allow Putin an excuse to not escalate. Because a direct confrontation between Wagner Group and Western forces, should that happen, does not necessarily mean a direct confrontation between Russia and the West. Do you see what I mean there? Do you have some optimism about that? Нет. Дело в том, что вообще вот размеры и возможности ЧВК Вагнер, они очень сильно преувеличены в результате вот этой вот активной рекламной кампании. Ну, понимаете, я думаю, сейчас, на данный момент, большая часть населения России действительно в результате воздействия вот этих вот информационного потока и в результате вот этих вот рекламных роликов, там фильмов, которые сейчас уже сняли, вот. У них создается впечатление, что половина линии фронтовой занята войсками, а половина линии фронтовой занята Вагнером. Но это совершенно не так, это далеко не так. Подразделение Вагнера действует на одном участке фронта, под Бахмутом. Да? И возможности, потенциальные ресурсы, которые имеются у Пригожина, я не имею в виду деньги. Деньги там государственные, и этот ресурс не ограничен. Я имею в виду возможности обеспечения кадровым составом, способности к развертыванию крупных воинских соединений. Все это отсутствует. Они не в состоянии произвести такие масштабные мероприятия. И они не в состоянии закрыть всю линию, фронтовую линию вот, своим присутствием. Да нет, у них не хватит мощи на это и возможностей. Об этом даже не может быть идти речи. So you speak there about Yevgeny Prigozhin, who is known as Putin's chef for his catering company in Russia. But tell me a bit more about him. You've worked with him closely, you've got a relationship with him. What sort of man is he? He claims to be the financier of the Wagner Group. He has taken credit for a lot of the work of the Wagner Group across the world. Tell me more about him. Да, конечно, встречал. Я работал у него помощником в центральном офисе в Санкт-Петербурге в течение 4 месяцев. Как я могу его охарактеризовать? Это очень жесткий, временами грубый человек. Вообще очень активный, деятельный, креативный, можно сказать. Масштабно мыслящий руководитель. Но хотя он очень сильно преувеличивает свои способности объять необъятное. Что еще? Он, в общем-то, лишен некоторого благородства. То есть своих он действительно не бросает. Но, правда, это ему нисколько не мешает с таким же легким сердцем этих своих отправить на убой, на смерть. Как он это сделал в 2018 году, 8 февраля, на восточном берегу Евфрата под Дерзором. Амбиции. Понимаете, для него, я думаю, сейчас настал период активных действий. Именно вследствие того, что по причине вот этой неудачно складывающейся войны
обострились отношения верхних эшелонов власти. И для него это сейчас, вот вся вот эта его кампания по продвижению себя самого, это для него способ выжить. Он за время своей деятельности накопил очень много врагов в силовых структурах. Если он каким-то образом сейчас не создаст вокруг себя какую-то коалицию, ну, встречая каких-нибудь, включая каких-нибудь представителей генералитета, поддержки от генерального штаба, вот, силовиков, допустим, от ФСБ, ему нет надежды рассчитывать, я думаю. Вот, потом он должен заручиться, конечно, какой-то поддержкой части населения, маргинальных слоев. Он, если для себя не создат эту коалицию, то его просто сметут. На него это процесс, вопрос выживания. Ну и основную ставку в этой войне он еще с самого начала делал на то, чтобы наконец-то осуществить свою давнюю мечту. Стать королем Донбасса. Прибрать к рукам весь промышленный потенциал Донбасса. Чтобы увеличить свою бизнес-империю. Но поскольку сейчас, я думаю, даже для него уже очевидно, что это реализовать эту мысль снова не удастся. Вот. В обозримом будущем. Да и вообще, по-моему, там нет никакой надежды. Он не глупый человек, наверное, уже понял, что надежды нет. Значит, ему нужно все-таки ж, создать условия для того, чтобы он здравствовал, процветал в тех границах России, которые до этого существовали. И чтобы его, как я уже говорил, его никто не задушил, не придушил. Do you think Prigozhin's ambitions might be met in that case? Might he be positioned as some sort of proxy leader of the Donbass region? Could he be put in a position of power by Putin in that eastern Ukrainian region? Так в том-то и дело. Сейчас, на данный момент, если исходить из того, как складывается ситуация на фронте, это становится маловероятным. Ему бы очень хотелось, конечно, но надежды все меньше и меньше. So if he's not going to get what he wants in the Donbass, might he go a step further? If he is an ambitious man, as you describe him, might he go for the very top job? Could he be a competitor or challenger to Putin in the future? I know that you say that he is not well liked by the FSB, but could the Wagner Group become an alternative militia within Russia that could challenge Putin's role there? Ну, во-первых, Путин всегда являлся основным гарантом его материального благополучия, его устойчивости, стабильности. И потом, ЧВК «Вагнер», вот я имею в виду военное формирование, это максимум оперативно-тактический уровень. У них нет ни ресурсов, ни возможностей для того, чтобы противостоять государству. Тем более, что они зависимы от государства. Всегда во все времена ЧВК «Вагнер» существовала за счет ресурсов государства. На самом деле это никогда не было частной военной компании. Это очевидно. Вот. И посредником при этом всегда было в этой логистической цепи. Посредником было Министерство обороны. ЧВК «Вагнер» использовала всегда для снабжения, обеспечения логистическую цепочку Министерства обороны. То есть, если он посмелит пойти против Путина, против государства на данный момент, все-таки же Путин в силе, то ему просто-напросто, очень просто так, оп, и перекроют все, как бы сказать, краны. Все сосуды, питающие этот организм ЧВК «Вагнер». Все, оно само по себе перестанет существовать. Just this week, Prigozhin himself has claimed that he had a hand in the 2016 American election. He released a statement via his catering company, of all things, saying, gentlemen, we interfered, we are interfering, and we will interfere. So there he's taking very direct responsibility for the past and potentially even the future of the American democratic system. Do you think that that's accurate? Has he had a hand in the 2016 election, and will he have a hand in the next election? Поскольку у него есть определенные возможности, предоставленные ему тоже правительством, наработанные. Ну, вероятнее всего, он будет прилагать какие-то усилия к этому. Но, опять же, что касается вмешательства в выборы США, я думаю, его роль и его значимость, она очень сильно преувеличена. Попытка будет, но она не принесет никакого действенного результата. So you don't think that Yevgeny Prigozhin is going to successfully
get Donald Trump elected in 2024? Да он никого не сможет сделать президентом. На кого он может там повлиять? Ну, на какую-то часть населения, это выходцев из России, и не более того. Ну, может быть, какая-то часть населения подадутся на какую-то там агитацию. Но я еще раз говорю, его возможности очень сильно преувеличены. Он будет стараться, он будет, раздувать всецело уровень своего влияния. Но это всего лишь такой вот пиар-ход, и не более того. So the fear that many people in America have about Russian interference in their elections is, perhaps you say, overblown? Нет, почему? Я же говорю о том, что вмешательство, оно как таковое, оно вполне возможно различными способами. Но это всего лишь попытка, и не более того. Там возможности ограничены. Да и понимание, в общем-то, психологии американцев и электората американского, это недоступно для наших имиджмейкеров. Ну, я по опыту своему знаю. С некоторыми общался. Ну, нет, я думаю, будет раздутая кампания пропагандистская, которая в первую очередь направлена на формирование мнения у российского населения о том, что мы такие крутые, у нас такие вот возможности, мы можем влиять даже на выборы в Соединенных Штатах Америки. Но это все будет расчет на сознание только лишь россиянина, для того, чтобы создать у них образ этой крутости. Ну, абсолютно я убежден в том, что повлиять на сознание электората Соединенных Штатов Америки они не в состоянии. Это не те люди, на которых вот так вот можно повлиять. Я, конечно, не был в Соединенных Штатах Америки, не знаю, но у меня почему-то вот такое вот сложилось впечатление. Они очень сильно отличаются от россиян. Prigozhin himself has been quite critical, quite openly critical of Putin and Defense Minister Shoigu's tactics in Ukraine up to this point. But Putin does not seem like the kind of manager who takes well to criticism. His management style is not particularly open-minded, one might say. So do you think he's at risk? Will his criticisms end him up in a place he doesn't want to be? Ну, во-первых, он критикует не путинскую стратегию. Он критикует генеральный штаб, он критикует какие-то отделы силового блока. Самого Путина он не критикует. Он очень умело, можно сказать так, по-византийски, вот, он осуществляет подход к президенту для того, чтобы еще больше поддержки у него заручиться. То есть продемонстрирует свою лояльность, свою преданность ему. Ни в коем случае не критикует самого Путина. Там что-то такое, вот то, что всегда в России практиковалось, и то, что в России всегда имело место быть. Царь хороший, но его обманывает окружение. So my final question on Prigozhin is, if Putin is unwell, as many speculate, if he is sick, or if he is losing his grip on power, which is the other theory that many people in the West have, is there a possibility that Prigozhin steps up as a potential leader of Russia? You speak quite highly of his philosophy, his work ethic there. Do you think that he would have support from the Russian public to take over from Putin, if that's now or in the future? Is he a potential heir to the Russian throne? Россияне его не будут поддерживать. Вообще, президент Пригожин – это какой-то вообще немыслимый, какой-то... крайний исход – это какой-то сценарий, который больше тянет на фантастический фильм. Я, конечно, согласен, что всякое в жизни случается. Бывают и непредсказуемые повороты в политике, но мне это представляется маловероятным. Абсолютно маловероятным. Как основная опора президента, да, но и потом вы не забывайте о том, что в окружении президента есть еще и более значимые личности. И, в общем-то, вся вот эта вот сейчас возня вокруг этого трона их никак не задевает. Вот. Они остаются при власти, при возможностях. И для них это как бы такой вот
маленькое сражение, морское сражение маленьких, ну, маленьких корабликов возле огромного крейсера. Вот они вот с борта этого крейсера наблюдают за этой вознёй. Ведь во всей вот, вот этой вот передряге, которая сейчас наблюдается в российских верхних эшелонах, почему-то никто не обратил внимания на то, что, в общем-то, в некоторых случаях, да и вообще, никаких передвижек и перекосов в политической системе не произошло. Даже если говорить о том, что, допустим, утратил какую-то часть своего влияния тот же Шойгу, министр обороны. Да нет, он просто-напросто был определен в те рамки, в которые он и должен функционировать. Если его в какой-то степени отстранение от, команд, от руководства вооруженными силами, так это норма. Все мы знаем, что министр обороны не должен руководить войсками. Руководит войсками начальник генерального штаба, министр обороны, у него совершенно другие функции. Он в последнее время там активно взаимодействует, встречается с министрами, своими коллегами, министрами обороны других каких-то государств, стран, он даже уже в гражданской одежде при этом на встрече. То есть никакой переделки политической системы не наблюдается. И те люди, которые находились при власти, при возможности, они на месте. Они никуда не отошли. Там достаточно сильная конкуренция. И эту конкуренцию Пригожин не преодолеет. Он не справится с ними. So you do not imagine that there will be a grand change in regime in Russia in the next year, like many have predicted? Ну, может быть, не определяющие кардинально, не изменяющие кардинально курс политический. Такие незначительные преобразования. И не более того. So a question for you yourself, Marat. Have you been called up to fight in Ukraine? Have you been asked by the Wagner Group or by the Russian government to come and fight there? And if you were asked, would you go? Ну, группу Вагнера меня ни в коем случае уже не позовут, не пригласят. Я там враг номер один. Вообще, мне предлагали вступить в новую структуру, которая была образована еще в прошлом году. Они начали процесс формирования подразделений, укомплектования и начали процесс обучения. Но я отказался после того, как узнал о направленности деятельности. То есть мне сказали, что будем работать в Украине. Но я категорически отказался от этого. Потом, когда уже началась война, и я находился уже здесь, в Европе, мне позвонил один из моих, ну, не то чтобы знакомых, один из моих контактов. Он обрадовал меня о том, что я включен в состав какого-то там батальона добровольческого. Ну, на что я ему ответил, что, ребята, давайте без меня. Я еще не полный, я не сошел с ума. Принимать участие в этой войне ни в коем случае для меня это категоричное нет. В общем-то, я ни при каких обстоятельствах не вижу для себя возможности участвовать в этой войне на стороне России для того, чтобы вот, осуществлять вот эти вот захватнические планы. Потому что я считаю, что эта война захватническая, бессмысленная абсолютно. Она не соответствует интересам, ну, естественно, конечно, Украины. Страдает это в первую очередь Украина. Но и она совершенно не отвечает чаяниям и надеждам моей собственной страны. Эта война вредит в том числе и России. Естественно, ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае, я участие в этой войне принимать не буду. Не буду принимать участие в этой войне ни при каких обстоятельствах. My very final question is a broader one, and it's about the philosophy, the guiding principles of the Wagner Group, if they have any. The Wagner Group are being sent to so-called denazify Ukraine, but they are named after Hitler's favorite composer. How is that coherent, and
Was there any central ideology that you saw when you were in Syria or going forward now into present-day Ukraine that you think is guiding the members of the Wagner Group, or do you think they are just following the money? Перед самым своим увольнением в 2019 году я имел удовольствие ознакомиться с одним документом, рассылкой из центрального офиса. Это некий такой вот, можно сказать, даже манифест. Такая декларация, в которой были обозначены основные тезисы вот этой вот идеологии. Начальный формат, на котором Пригожин и его окружение начали формировать вот такую вот внутрикорпоративную идеологию этой структуры. Но первое впечатление, у меня, когда я прочитал эти, по-моему, два или три листа, ну там короткая программа такая, она вступительная, у меня сложилось, что за основу взята, в общем-то, уже такая присыпанная нафталином уже идеология времен Второй мировой войны Советского Союза. А те же самые положения значились. Значит, существование, необходимость противостоять западному влиянию, вот эти вот россказни про угрозу со стороны внешнего мира, вот, и призывы защитить, отстоять, сокрушить врага, который точит кинжал на нас, вот, и только выжидает возможности напасть и отнять у нас все, что мы имеем, и превратить нас в рабов. Ну и как бы еще дополнено это некоторым таким добавлениями от постулатов религии родноверов. Родноверие сейчас – это языческое учение, которое среди вагнеровцев очень распространено, набрало силу. Вот в этом родноверии содержится все, там содержится в том числе и пункты из нацистской идеологии. Антисемитизм, различные фобии и образ врага. Вот, ну, со временем они уже, поскольку на тот момент это был такой начальный документ, со временем они его уже переработали в более такой уже развернутый, вот, с некой претензией на какое-то там идеологическое учение. Идейное учение, да, с некоторой претензией на идею. Ну и, по-видимому, сейчас этот программный документ, он, наверное, я думаю, сейчас он распространен, и он является какой-то какой-то идеологической такой вот спайкой, такой вот таким вот идейной составляющей для формирования определенного мировоззрения. Для формирования, как я уже сказал, такой вот внутрикорпоративной религии. Вообще у меня в свое время возникло впечатление, что ЧВК «Вагнер» превращается в какую-то секту. Это одна из причин, которые меня побудили к тому, чтобы просто-напросто выйти из состава этой уже формирующейся секты. Уйти, спрыгнуть с подножки этого поезда, который несется к разрушенному мосту, как это у Виктора Пелевина сказано. And how do you re-enter normal life after being part of this, as you say, cult-like group? How do you become a normal citizen again after being part of the Wagner Group? It seems almost impossible. Что я хочу сказать, что несмотря на все предшествующие события, и вот несмотря на то, что произошло со мной за последнее время, за вот эти вот года, начиная с 2015 года, я нисколько не жалею о том, что я действительно
о годах, проведенных в составе этого ЧВК. Вот. Именно вот эта вот цепь таких вот эмоциональных потрясений вывела меня из состояния сна разума, в котором я находился до 2015 года. Вот кульминационный период, когда уже я многие вещи осознал, вот, и когда я четко уже сформулировал их у себя в голове, был 2018 год, такой итоговый. Я уже подошел вплотную к вот этому выбору, оставаться или уходить. Я решил бы в пользу того, чтобы уходить. Я находился в это время в командировке в Сирии. Вот, это достаточно сложное в моем положении, при моем статусе. Сложная процедура увольнения. Я написал рапорт. Рапорт не одобрили. Меня не хотели отпускать. Я должен был закончить там определенные действия, связанные с выполнением моих функций. Но дело в том, что на тот момент я уже окончательно и бесповоротно для себя решил все. Ни при каких обстоятельствах я больше не хочу участвовать в этой игре. Вот. Я настоял, просто вынудил их уволить меня. Вот. С помощью грубого, грубейшего нарушения внутренней дисциплины. Не хотите подписывать рапорт? Тогда я совершу какой-нибудь поступок, который никак не вмещается в понимание вот этой вот внутренней дисциплины, который бы уже не оставил бы никаких сомнений в том, что меня нужно уволить. И я в результате этого был уволен. Меня эвакуировали из Сирии. Ну, хотя на тот момент я еще не был окончательно уволен. В общем-то, я был, как бы это сказать, задвинут за задвинут за какие-то вот рамки, как бы это сказать, на галерку. Для того, чтобы я что-то пережил, осознал, раскаялся, пришел с опущенной головой и попросился обратно. Весь расчет был на это. Но я этого не сделал. Я не покаялся, я не пришел с понуро опущенной головой и не стал вымаливать прощение. Все. И как бы состоялось окончательно наше расставание. Мы пошли разными курсами. Well, with that final glimmer of hope, you might call it, I think we'll draw this to a close. Спасибо, Марат. Спасибо вам. Всего хорошего. That was Марат Габдуллин, a former general of the shadowy Wagner Group. Fascinating to have an insight there into the inner workings of that private militia, something that you don't usually get much look into. Thanks to him for coming on, and to you for watching. This was Unheard.